Ты меня просто радует история игр в этой команде. Поражение и 3 победы? Да. Как ты можешь играть? По времени. Эй. Чего? Сколько времени осталось? А, минуты 40. Нифига там, сколько дали тебе? 4 минуты. Чего вы зашли играть? Ну, короче, зашли играть еще неизвестно когда. И сыграли вообще в говно, просто слили катку. Ты не затащил. Получается, это когда как? Было? 23 апреля мы играли. А потом 4 мая 3 катки затащили, и после этого эта команда не играла больше. Попались с одними и тем же. А у нас будет, как вот в профессиональных играх, там наша карта, нет? Ой, карта, флаг. Ой, блядь! У нас уже да. Флаг. Не, вот в игре самой будет, да? Да. Ну да. Нихера себе. Слышь, мы, короче, играли как-то. Я с одноклассниками, у нас клан был, ну вот эта херня, да, тоже массив. Ну, короче, играли. Пригласили, Никит, сколько? 40 секунд. Короче, играем, да, и ну. Нам попадается тоже две команды, ну, одна команда два раза подряд. Угу. Ну, короче, первую, знаешь, как, не взяли нагу, всякая херня там, и мы просто взяли луну и пошли пушить просто. Запушили, короче, быстрее, чем они, ну, по фасту, да. Потому что луна там бараки, вся хуйня, да. Ну, запушили, короче. Потом в следующей игре выпадает эта же команда. Мы, короче, пикаем нормально, все. Эти пидорасы берут рики, короче, блядь. Последним пиком. Ну, короче, мы, ну, если бы не рики, мы могли бы еще что-нибудь сделать. Нет, самое прикольное, короче, мы играли с ними этой дьяволенки, эти радуги, короче. И получается, они пикают. У них, кстати, так оригинально было, получается. Ну, там что-то Эвил, радуга, там что-то херня, короче, какая-то. Никит, все? Да. И получается. А я не могу Никиту пригласить, кстати. Почему? Никит. Я не знаю, мне нет пригласить в группу. Написать сообщение. Я не могу предложить пригласить. Вот. Сюда, ну. Левого чувака могу, а его не могу. А, подождите, стойте, ему можно просто. А, нет, нельзя. Как обычно! Какой обмен, ё-моё? У меня все есть. Как обычно, Никита как обычно. Никиту. Что? Здесь можно предложить. Вот, теперь можно. Теперь играть как команда и все. Через только три еще... команды у нашей команды будет рейтинг. Да. Мы еще против команды или против других игроков? Либо против команды. Пятерых можно еще попасть. Нет, вроде почти. Нет, чисто против команды. Ну, короче, в итоге мы с ними попались, а они пикнули тупо им. Там всякие Boot Seeker еще тогда же это было, он не по фикшн был. Mm-hmm. Он вообще он дикий был уже. А кто кого выбрал? Кто второй саппорт? Я. А кто там керри, кто? Я с основной. Там Погосим, импровизация. А чем вот так быстро? А, так, короче, в итоге они взяли им, мы их просто на изи сделали, и следующие катки они на первых секундах уже писали ГГ. Потом доиграли до 15 минут, там чувак пару, ну там двое ливнули, они написали ГГ и все, и сдались. Да. Тима, а чё у нас эти хрень не высветились? Какие? МСВ, чё такое? Да. А, не знаю. А ты, наверное, не командная поставил, просто капитан. Я командная поставил. Все в профилях. Подожди, стоп, а кто искал? Я искал, я команду искал. Охуя ли у всех профиль скрыть? А, нет. Командная играем. Нет, ну там только видишь свет, тьма, там должно быть название команды и... Ну, там опять сейчас из Трофима не сыграем. Ебало, закрой. А, Трофим уже нет. Я забыл у него интернет какой-нибудь. Там дерьмо в деревне-то лучше наш. Вот он, блядь. PlayStation 3 заговорил, блядь. Ты бы его купил, когда еще пятый вышел бы, тогда ты точно по таймингу прям... Выпендривайся, давай, у меня зато интернет лучше. Я выше некоторых. Понял. Спасибо, Трофим, опять мы сыграли. Блять, у меня еще музыка играет. Ребят уже ГВП пишет. Но они проиграли. Трофим, боюсь, я на низком приоритете играть.
Че, кто капитан? Почему не команда? Я не понял. Ну не команда, я же говорю, не команда. Там галочку я поставил. Я поставил команду, галочку, чтобы искать команду. Осталось 5 секунд. Все, поздно, ребят. Ты ебал? Опять купил пигу, блядь. Ливаем. Ага, вот я держи еще. Витя, что не нажал? Куда? Стать капитаном. Да какая разница? Я не думал, ты будешь нажимать. Нет. Все думали, что кто-то другой нажал я. Запрещай, думали. Дума. Я хотел. Противник запрещает персонажа. Она щиток. Да. Да, да, все нормально работает. А, там это кино. Кино. О, я люблю Тимбера. Ну да, потому что не тот провод. А чё, как будем? Через тимфайт? Нет. Нет, здесь должны быть замесы по-любому. Замесы должны быть. Сало должно быть из 100. Осталось 5 секунд. Противником пикнуть их, я хочу сделать. А что не хватает кунка. Дополнительное время. Энигму нахер банить, если не берем. Или нагу. А не, наг контрит. Прикольно. А не бару, нет. Че, ну может этот, темплерку? Акса можно. Банить. Какой темплерку? Можно бриста или панду. Осталось или леорика. Бандит, Леорик, Леорик. Мне кажется, надо банить тех, кто, ну, может, противник запрещает героя. Потому что они хулионы, чтобы типа не подпушивали линии, значит они будут драками заниматься. Угу. Блин, мы как-то играли. Так у нас, помнишь, у нас, видите, обоссы на хулион, да? Да, а я за этого ДЦПшника играл. Ракл, такой бесполезный герой. Не, я умер, я помню, вообще. Да я нечаянно. В крипах я слышь, тебе один может пойдавать нам трофим? Не, фигня. Надо взять пол саппорта и саппорта ганга еще. Руби гангает хорошо. Не, винга гангает нормально. Или Вич Доктор, что-нибудь типа такого. Или Леон. Никит, Леон. Винга. Осталось 10 секунд. Сейчас вингу пикай, вингу. Никит, вингу в саппорт? Да. Осталось 5 секунд. Нет, да. Выбор противника. Сейчас. Правда, никогда в жизни не ходил в вингу в саппорт, только в кире. А чё ж ты молчишь? Ну ладно, я сейчас гайд по винге наберу. Слушай, если время закончится, чё будет? Рандом. На рандом. Угу. Ну, дополнительное время закончается. Выбор противника. Акс. Может, нет, свой нужен. Снайпер нет. Могу на панде трофим сыграть. Могу на тратраксу. Бери баланар. Помник, блядь, гей-комбо, ёбан. Можно сало взять. Я здесь. Никита за сало, хорошо играет. Я уже вингу. Ёбаная гей-комбо. Давай сало возьмем, чё? Ты трофим, или что? Давайте я на винге сыграю, а... Да, и давай. Я люблю на сале в саппорт идти. Да давай. Но меня не прет на саппорте. Да думаю. Какая разница, Никита, ты выбрал саппорт и играй. Давай. Как это на шучки про Украину саппорт? Больше нельзя садить. Запрет третьего героя, подождем. Какой-нибудь. Может, сэпа вообще? Осталось 10 секунд. Мидера, они мидера не взяли, надо мидера банить. Они, блин, у них еще 3 пика, что взять мидера, я тебе больше скажу. Подожди, может какого-нибудь вайпера? Дополнительное время. Вайпера. Гулю можно. Гулю, у нас толстых нету, чтобы на гулю брать. Бери вайпера. Убрать? Бери. Да. Он сейчас запрет идет. Ну, бан, да. Противник банит героя. Ой, пикак вообще бесит, так ты. И омника. Осталось 10 секунд. Такая, блядь, хуйня. А кто в мид пойдет? Осталось 5 секунд. Доверие, говорю, давай я на панде пойду в мид. Дополнительное время.
Или на я могу на... Нет, Ракса все равно. Тут Ракса отвалится от Ракса. Майдана добавить. Можно забанить какую-нибудь Инигму Тайдхантера. Осталось 10 секунд. Энигму бан. Осталось 5 секунд. Энигму банить? Угу. Противник банит персонажа. Подожди, сейчас дверь закрою. Конечно, аксомник это дик. Угу. Да. Они по-любому на хардуш пойдут. Осталось 10 секунд. Выбор противника. Динга и Сайленсер будут на гитаре. А чё они, блядь, кто хуйню? Макс, хочешь на большой в мид сходить? Лучше не надо, мне банш. Ой, ты вот прям... Чё ты несёшь, Никит? Возьми какой-нибудь... Ты в мид, Макс, идёшь? Просто подожди, ставь ему, может, панду? Баншу, панду. Панду. Ракса. Бей баншу. Ракса. Ты уверен, Трофим? Да. Какая здесь? Панду тебе дадут сало, и все, и тебя убьют под сало. Ты не успеешь ультануть. Выбор противника. Помню, я играл с Панжу, Трофим орал, хватит. Сало есть, вот этот пушер есть, стан есть. Подожди, можно... Надо со станом кого-то еще взять, Трофим. Блять, мощного со станом. Кентавры. Своем. Кент можно в соло хард отправить его. Типа танк, станер. Да, давайте кента. А лесник. Осталось 10 секунд. А лесник, а с крипу пойдем, нам нужен керри нормальный, который сейчас фармить будет. Осталось 5 секунд. Какая разница, ты чё, на пабеньке? Дополнительное время. Можно кента в соло отправить. Ну, кента, чё, в соло, кента? Пойдём в трипл. А кто на кенте? Саелет играет, чё? Противник запрещает персонажа. Подожди. Мам, возьми! Чё, вообще ловил меня? Акс будет влетать, Акса в качестве сала будет. Пока Акс агрит, она тоже будет сбоку нарезать, и ВД поставится в вар бешеный. Ну, мы сало взяли, это нормально. Ну да, Сайленсер просто ультанет и... Осталось 10 секунд. ВД просрал свою ульту. Осталось 5 секунд. Так кого банит? Дополнительное время. Вайда, давайте. Давай, побольше. Им нужен керри, да, короче. Да, нужен сейчас фармящий керри. Мать! Нормально зайдёт. Бля, бля, здесь, всё здесь. Вайда, бань. Мак Трай, антимак или Войд? АМ кого здесь... банить? А нет, АМ здесь запрещает. Что, АМа банить? Угу. Да, на всякий случай. Где он? А чё, алибарды есть там, или даже Войд только, блин, конец. Ну, это... Где антимаг? Второй столбик, первый сам. Выбор противника. И чё, кого сейчас пикаем, Трофим? Керри фармящий. Война. Ого, война, блин. Джаггера. Трофим, Джаггера? Или Вайда? Не, ну чё, фигня. Тролля вообще. Керри нормально. Можно не взять. Можно Гулю взять. Которая, блин... У них хак жирный, блин. Факса Гулю можно. Чё, берём? Факса можно Джаггера, он ультом просто выйдет. Можно Гулю взять. Гулю берём? Берём? Давайте. Ну а кто осталось ли? Давай, пойдёте. Бери Гулю. Нет, почему лес на лайне стоит? Савели может пойти в соло на харду, ты в лес. Выберите своего героя. Нет, лесников. Никита, ты просто что-то не хочешь стать триплой. Куплю топорик, сделаю дабл, это нормально все. Так, я вижу, да? Савелий, бери! Call me vengeance. Савелий!
Изи. Савелий! От такого поворота никто не ожидал. Ой. The Vengeance. Это прям имба, все. Я, короче, варды. Приготовьтесь к битве. Можно, короче, взять смоук, и у меня стан улим, если он замедление вкачает. У меня задувка. Че, давайте с маками вот сюда. Сюда на можно рунуть? Дайте два танга. Сало, дай танга, две штучки. Спасибо. Смоки только у меня есть смоки. Вот здесь только их замен. То есть вот сюда пойдем? Че, мне замедление вкачивать? Кент, у тебя чё? Чё? Что, мне второй или второй лучше? Да нет, первый стан всё-таки. Если я стан, он подойдёт в стан. Тогда Трофим качает. Yes. Всё, ГГ, блок. Сейчас драка будет, мне кажется. Давай, смог. Чё, прикиньте, они в пятером выходят. Нет, с боками. Рановато. Фастер. Да. Лучше выйти отсюда, давайте вот здесь. Только Винга первый пускай идет со станом. Смотри, их очень, нету, да, они рано. На верхнюю руну пошли. Тоже шмака. Мы рано смотрим. Нет, сейчас уже руна появится, еще скажешь, типа... 10, 9. А у нас смоки скоро закон. Если что, я возьму. Ну все, их нету. Битва начинается. Они на верхнюю руну пошли. Только Кен, смотри, это обратно добирается. Так, надо вот этого дерева сразу съесть. Фу. Топить чуть-чуть. Походу, они да, еще не собирались. Говорю, они не собирались ничего делать. Вау, босс, сука. Они хотят даже тоже топить. Вот он. Красненький. I fly. Сейчас, конечно, следующий отход. My sentiments precise. Бля, у меня еще варт остался, я не верну. И не дал мне там. As you wish. Не. ПБ. Silence is broken. I am not. Так и знал, что у них эта связка. Стан. Нет, не надо ничего делать. Let my vengeance soar. Так, сразу ботл. By the bloody pinion. Убийство ступы, подержите паузу, 2 секунды. Ты задолбал! Я сейчас пассив качаюсь. Да, нормально. Первый, третий. Спасибо за поддержанную паузу. Чё ты, Жень? Всё? Всё, юзай бакса. Черех включи. У меня есть минус армор и стан. Только не хватит нас. Сука, какая мразь, блядь. О, да, дед. Ты я в Питер не еду. Да, это мы на Арбат типа ходили гулять. Да, я так и знал.
хотел накосить. Мэй. Что? Ты да, лучше играть, чем обычно. Чё говоришь? Ничего не играю. О. Сами блин сразу выполните. Faster. My sentiments precisely. Чувак, соверили, да, ганг? Ой, найс. Vengeance flies beside me. Трофима какой-то. Я рецепт сейчас выложу, возьмешь его. Ты ничего не дашь? Да. Меня совели хоста, давай заберем, Сав. Лучше бы у меня было. Он забрал. Да я тебе не сало. Сав, смотри, Сав, иди сюда. А, у него маны вообще. Покой, все, парк. ДД, ой, ВД, ДД. Все, я минус. Уходи. Куда ты попёрш, тихо. У тебя просто нечем было цеплять сало. Нет. Да чего, у меня было сало? Чё? Это автоатака, я не даст отдал. Он за автоатачил. Два рака, не СС, походу. Савель, центральная башня атакована. Все, Мидас. Это почти. Стоп, или как будет? Vengeance flies beside. Центральная башня атакована. I fly. Центральная башня атакована. Let my vengeance soar. Центральная башня атакована. Опа, я пришел. Вы там было. The time has come. Рекса у меня была ушла. Faster. У меня шестой есть, Савель, чё? Давай. Лео, мне скайп открылся. Я не могу трепнуть. Здесь всё чётко. Ничего не чётко. Он скин. Сава. Центральная башня атакована. Ну и чё, умираешь, умираешь, какая разница. Штапор. Центральная башня атакована. Кстати, Савелий, если чё, мы скажем насчёт этого. Должен вставал. Да-да, ну если насчёт ульты, мы скажем. Центральная башня атакована. Есть. Файзы или ПТ? Файзы.
Центральная башня атакована. О, хорош. Кто забрал? Манша, хорош. Так, Саток сейчас придет. Под первый не попади. Я у него сумас. Не успеем, да? Запуск. Ох ты, нет, это просто. Смотри, смотри, можешь стан дать и все, изберем. Подожди, вот сюда вот встань, да. Вот. Да, 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 да. Он стоп блинка нахуй. На бета у меня вообще ничего. О, я говорю. Там возможно тот такой шанс. Мужонер кормлю сразу. Чистый. Не мел, что мужонер сразу. Центральная башня атакована. Принц поверх наумника первый, третий, умрет. Верхняя башня атакована. Поэтому они к нам не подходят теперь. Тракса. Са, Ники. Тракса с моим сетом. С моим. Макс, не автоатач. Линию скушал. Все сюда идут. Отходим, отходим, отходим. Экзорцизм. Подойди. Я не могу. Второй на сапр, ой, тьфу, на сале не могу сапр. Помнишь, блядь? Синкарон, your sadi. Let me stretch my wings. Куда ты пошел, Никит? Я фармист пошел. Да все нормально. И блин, у меня к этому времени уже и ботл, и ПТ, у меня чего только нет. Никит, мы всегда так играем. У меня так никогда не было, основа. Потому что ты играешь с тупыми школьниками. Да нет, нормально. Я не могу, говорю на сале, сапать. Строение сил. Блять, я зачем ты к вам пришел? Трафи, дай мне крипа. Трафи. Своего он задинай. Нет. Такое. Одного вот это возьми и все. Потому что у меня. Да, кента есть. Че? Кента есть кента, я могу дать стан и бежать еще стан. Че, да? Его мне. Нет, ждем. Там был секир особый, это не радуйте. Верхняя башня атакована. Хейс! Хоста, хоста, Савелий, бери. Центральная башня атакована. А, у тебя, подожди, у тебя же блинк есть, да, я возьму. Ей! Троксами пытается снести уже. Давайте. Давай, давай. Нет, ждите, пока подойдут. Центральная башня атакована. Ну иди. Строение сил света укреплены. Вы потеряли центральную башню. Потому что мы стоим вдвоем, они нас вардами запалили, мы стоим и ждем все равно, пока не выйду. Просите саппорта купить центре варды изов
и задевардите их в РД. Не все. Да. Вот вот это. Нажми просто не умар. Дартизм тавер пушим. Траха. Хикер оставили на фарм. Верхняя башня атакована. Они все такой сюда. By the bloody pinions of Avilava. My spirit soars. Что такое? Херня. Где? Вы Ребят, я не видел. О, отлично. Арканы есть? Где ты, бери аркан тут. Я уже ПТ собрал. Самые, смотрите, вичдог. Пацаны, будем ловить? Я только либо на первый смотреть. Подожди. Да, там сикер. А, все, да. Сикера можно. Я могу сейчас пролететь через 4 секунды. Прилетай. Ну, Трофим. Ой, бля, я не увидел. Мне аккурат пришел. Все, я отъехал. Сикера главное убить. Плоховатый размен, но нормально подрались, если бы все были сразу. Если бы сразу все были, говорю. Если да. Потому что все разошлись, как обычно. Нормально все четко. Макс, с ультой надо тебе что-нибудь пушить, товар какой-нибудь. Можно верхний хилл. Можно встретить. Я тоже. Не, маны нет. Я тоже нет. Проксия даже. Да, так похоже. О, Тракса пошла на Рошану. О! Пойдем. Идем, встречаем. Говорю, у меня маны нет. Все заходим, раз, два. Раз, два, вас там двое. Нас тут двое. Где это говно? Как тебе солью? Я не достаю. Стан. Ой, я не знаю. Просто выхожу и все, баб. Пизда рулю. Опять хуйня. Просто говно. Просто говно. Но... Yes. Я просто надо было 7 вместе драться, что-то мы стояли, мы полезли, ладно. Ладно, мы там зажали. Зажали? Вот он опять нарошал. Хотя тем более ульт опять подвел. Let my vengeance soar. Просто сейчас Рошану заберет. О, мак. Где? Бордо больше, короче, покупайте.
Боянище. Да это охренеть, я же кинул сало, он дает все равно первый скилл. Замедлит, точно. Пайзи. У него тоже замедление. Вы потеряли нижнюю башню. Бейте, суку! Блинк. Не могу! Сейчас можешь. Вот к этому. Вот что тут, блин. Бля, лучше мне фрак отдал. Ты это, блядь, отдай, не отдай, ебай. Пошлите Рошу посмотрим, может он поймал. Мать, они нам спушили того раньше, чем ты. Нам два спушили даже. Ну потому что я все время экзорцизм на них трачу. Ну иди, я сам спушил, Лотар, собери так. А что, за играми завтра пойдем? Мне денег нет на игры. Даже без фифы, Макс? У меня вообще денег нет на игры. На это хватило. Строение сил тьмы укреплены. Силы тьмы порвали Рошана. I am there. Ну уж теперь смысла нету вредить. Пошлите мид пушим. If you insist. Good job. Чё, мне арканы собирать? Да. Мы начинаем, Леонид. Можно это блуда гануть? У него Айган как раз. Ну и что, мы вдвоем. Прокса идет вверх кушать. Прокса. Мы погнали Проксу. Даже и чадо. У меня смоки с собой. Вот так иди сейф. У тебя ж блинк есть, сюда блин. Подожди, стой! Пускай к Тавру подойдут. Тавру да подойдут, когда они подойдут. Давай. Залетайте. Строение сил света... Бля, не бойник бы зашёл вообще, пиздец. Чё-то как-то слип, когда можно. Бля, Сикер пиздец далеко зашёл. Нижняя башня атакована. Который на низу. Не, там. Трафик минус. Ну, давай. Ох, какой утомник, пиздец, хороший. Довольно. Зачем мне это сделал? Допустим, да. Ой. Нет. Савель, стан, дай пока помочь. Будем ловить. Стоять. Хорош, давай, дрочим. Ой, умница. Никиту. Хорош, все, Никиту. Все. Уходи. Давай, Никит. Ну что, с ДД, что ли? Нет, там атака не упал. У него тихо. Пацаны, как это? Дизоль? Килпичка, блядь, 200, блядь. Макс, аккуратно, уходи. Нет, ничего. Кирас, сошьёт. Я МКБ соберу. Или, абузу. Я мяку беру. Паша. А хвост уже в этой минуте обещал собирать бомб.
Обещал с теми артами, что у меня прям? Ну, кроме Джоуминга. Ну, там же не стоит как это... 5 на 2000 дешевле. Бля, у меня 1000 в кармане. Вот, ну, вчера он их 17 минут. Это, блядь, тихо. Есть игры еще, а я до сих пор. Почти. Фу. If you insist. А это на рейтинг, да? Да. Нет. Рейтинг, это, конечно, рейтинг. Но почему команда не играет, я не знаю. My sentiments precisely. Это у него только Олег. Нормально. Кровь зовет кровь. Сейчас подальше. Так, мана, кому надо? Давай. Дальше понял? Да, тавер начал. Да, это не я. Тихо! Блять. У него латаж. А, я думаю. У нее еще бутылка невидимость. Да. Танкуй, Савей. Цели. Настроение сил тьмы укреплены. Сейчас поменяю. Это не дебилы. Враг потерял центральную башню. Хорошо. Поехали. Ну, у меня был секрет, видишь, сейчас цеплять будет. Смоки. Это меня в смоках видит. В смоках тебя все равно видно. В смоках он разве не видит? Если близко подойдет. Нет, он сейчас меня видит. Нормально, более-менее вытащили. Трофим, я аллатар почти собрал. Отлично. Сейчас пушить будешь. Такой, типа, замеси под аллатаром проходит. Да. Не, он ульту юзает и в аллатаре стоит. Ну, да, она да. Будет меньше дамажить, она будет по всем сразу. Такие дела, блядь. Что дальше собрать? Тараску? Да. Жирным будет. А смысл? Тем... Ну, я знаю, просто. If you insist. Так, ВД на низу. Ушел немножко линию, я отдав. А, так, надо сразу на всякий случай достать. Very well. Там тут где-то ВД был, я ничего на экран отвел. ВД где-то был, да. Он вот здесь. Вот он. Я поезжал. Я больше всего понял, что он был. Понял? Ух ты. Что там драка? Блять. Ой, блядь, сикер, ёбать. Крипы. Сикер, ракета, блядь. Ого. Пошли для лучших. У меня ДЦФ, а Трофим ушел как. Yes. Теперь Блудстоун. Я Рот оф Ата соберу. Let my vengeance soar. Я уже хотел ответить, думал нам ставить.
Никита вот всегда. Никита всегда сдаст. Пока не начинайте замес, они как только замес начинается, там вы делаете. Вообще крипов будет тратить. Да правда? Вообще не парится. Да, варды в панды. Ура, летит. Хорошо, запушишь? Да, да. Строение сил тьмы укреплено. Прилепь, я сяду сюда, подойди. Можно опять взять. МКБ слышал? Потерял верхнюю башню. Да я был уже сначала. Ну вот так, Маш. Мне до форстафа чуть-чуть вон Акс там где-то шарится. Нужно Акса под тавром. Да не, лучше не лезь под тавром. Да пух ты в этом крипу. Ой. Да, вообще завидовал. Дриджи. Еще один написал. Они походу англичане. Кроме зеленого. Кроме ВД. Русский написал. Нет, я ему набегал его. Первые три, они в тиме. Ё-моё! Это нет, кажется, первые три в тиме, а Омник и Акс не в тиме? Они все в тиме. Да. Враг добил свою центральную башню. Траксуц, блин, у меня досты есть, но я далеко. Сейчас враг прошу. Потерял нижнюю башню. Во-во-во-во, смотри! Блин, я Е, если все на нее потратил. Вот это да, вот это классно. Не ультовать? Я застрял. Спасите меня чем-нибудь. Бог богов. Я, короче, полетел. Нет. Трофим, ты куда? Все нормально. Пять. Что-то мои арканы как-то не заезжают. Ходим, ходим, Макс, уходим. Как? Я же лотар прожал. Прям он куда полез? Ты успокойся, ты, ёмер. Чё, проиграем, что ли? Фастер. Замедление нам обеспечено. Все лучше, чем Трофим. Тебя. Сикерман. Yes. To battle. Я в КДВАР зайду. Азаза, ну, еще чуть-чуть. Я не тут знаю. Да, я могу, оп. Ай-яй-яй, нет. Два, не злость. Двойное убийство. Так они не ответили, да? Дали, трон не сломался. Может, верхняя обычный... башня нет, атакована. Нет, смотри, вот если я сейчас пишу. ГГ. Видишь? Я не знаю, я может, искал... надо в общем? Я тебе говорю, ты же искал, не там не рейтинга, там просто был там поиск игры. Нет, я тебе говорю. Там поиск игры? Центральная башня атакована.
Нет, был просто поиск просто поиск игры. Там рейтинг. Там галочку. Строение сил света. Нашли сейчас вернуть, просто посмотри. Центральная башня атакована. Да, поиск рейтинговой игры. Вы там, когда мы разбирали поиск команды. Ну, вы поняли. Командный. Первый раз? Командной. Я вроде ставил галочку, там стояла, когда я искал. The time has come. Ты Тараску фармишь? Да. Будьте здоровы. Хорошо. Давайте, смотри, Савелий, смотри, Савелий. Тихо, вас там двое пока что. Пошли и прыгни, ты прыгнешь, я уйду. Вас там двое. Трое. Их. А вас двое. У нас там Опа. Ой. Как она, ну блин? Ходите. Буля во мне сидит. Ой. Дай. Трофим, давай. Два в ряд. Прыгай, Стан, Бичков. Че, Рошана забираем? А он есть? Его нет. Смотрите. У меня нет экзотизма. Я пошел пушить, короче, тавр. Вот это, я думал, уже сразу вот это. Там Тракса был. У них вообще вардов нет, слышите. Тракса живая, бля. Я что-то хожу на лук. Ай, Стигер. Лис. Билет не бог. Типа он просит меня удалить игру? Да. О, о, да. Вот, типа, есть, кстати, все будет. Трафи, напиши по-английски. Тихо, Савелий. Я побегал, у него хп уменьшился. О, он даже не рискует. Посмотри, смотри, сколько ему нафиг. Вот он, английский Санька. Все. Просто. Сань, что в школе по-английски? Пятерка. Ну, немецкий. Немецкий учу. Он хуя по-немецки сказать не может. Бля, че его знаешь, что ли, должен? Так можешь хоть одно слово сказать по-немецки, блядь? Мутор. Ага, Гутенбан, блядь, Морган, блядь. Да, вот так, добрый день, Морган, доброе утро. Вот и все, блядь. И что такого? Я же знаю хоть одно слово. Он тут уже не зря учил. Тракса просто вообще ниоткуда вылезла. Надо гем. Не очень высокий. У меня 196 плюс 231 урон. Калса или ДД? Да, я его съебал. Это... О, блядь! Ты такой еблан, бля. Я? Да. Может, ты идиот раньше времени? Сикер Райзинг. Пошли, Сэнь. Линки сейчас сбиваться буду. Не настраивайся. Ой-ой-ой, подстанут. Нет. Ебать, она нарезает. Это Тракса. Типичный Тракс. Трис! Пацан, короче, гем нужен. Именно гем. Давайте, не, я, может, я куплю? Купи. Тут он макс 900 стоит. Какая разница потом? Копеем, что? У тебя тоже денег много? А мне все, мне уже нечего покупать. Рефреш. Ой, Трофим собирал рефреш на сало. Ну, это нормально, слушай.
Конью рефрешер, если Конью рефрешер просто. Да знаете, ко всему руну. О, стена. Подходите, там трусы, там он сейчас надержит вас. У него там к ловкости 58 плюс 108. Не, у них самый процесс тяжело убиваем. Ага. Я думал, Макс. Что ж так много? Когда еще не начали играть. Да, 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 точно. Вряд ли. Почему? Он появился. Цель дефти сяду потом. Да не нарочно. Нет, Рошан еще вроде. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И влетайте, я ультану. Цель дефти сяду. Нет. Три. Давай. Рассеянный отдай. Влетай быстро. У меня и сыр, и оедис. Мне сыр продай, купи гем. Да почему именно меня? Просто смотри. Не по Д. О, у меня сыр, и оедис. Одни ДЦП. Отойди, 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 Трофим. Иди же, ребят! Режьте. Нажми на него. Два подряд. Почему они стояли и ждали? Они Трокси хотели отдать, а она отошла. Либо может не будут сикера хотели подождать. Аркан. Нарезали. Так что будет. Я нарезаю ее. Все, пушим. Только нам сейчас не пушим. Вот есть экзорцизм, на секунду так пушим. Верхняя башня атакована. I fly. Верхняя башня атакована. Враг потерял центральную башню. Верхняя башня атакована. Враг потерял центральные бараки. ВД мне предлагает в лоу. Не только тебе. Кто-нибудь играл в этот лоу? Там, там персонажи покупать надо. Мне, когда я начинал играть в доту, меня позвали в лоу. Я поиграл, но мне управление не понравилось. Какой все анимешное. Да, давай, 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 апс, апс. Ну, ярче тебя. Я не знаю, выкуп. Я на всякий случай просто не играю. Ещё, короче, мы... Ой, слышите? Аегис. Зачем так сразу? Можно было по-другому. Давайте, давайте, тавр, тавр. Тавер. Нижняя башня атакована. Строение сил слишком быстро упал. Нижняя башня атакована. Враг потерял нижние бараки. Еще одна капитанка в нашу пальцу.
Нижняя Ой. Башня атакована. Враг потерял центральную башню. Нижняя башня атакована. Да, всех криповых фрагов. Я отвечу, вон так. Нижняя башня атакована. Давайте забрать нам. Это хороший вариант. Всё. Победа сил света. Я ботинок не успел красненький купить. Ты записывал мне? Да. Чё? Плюс 8. Я не понял, почему G нельзя было написать. Чё плюс 8? Смотри, подожди, поставь еще, ну, вот. Чё? 8. Знаете Слендера?